Там серьезная зона, здесь такая более развлекательная. И вот здесь нужно собрать 6 групп для того, чтобы выиграть, для того, чтобы квартал получился. Инвесторы, компании, специалисты, девелоперы, исторический центр, собственно, наш главный, да, и саму среду, здесь создать среду вокруг. Это все слагающие успеха IT-квартала в Започаевне. Для того, чтобы он произошел и получился, это все необходимо собрать. В общем, так это и в игре. Ну и дальше уже всем понятная, любимая традиционная змейка, когда ты пытаешься... Ну и, в общем, как-то получилось. И вот так ты собираешь квартал. Нижний 800 здесь представлен тоже игрой. Это здесь нужно правильно соединить наши смыслы с локациями и с событийной программой. Как это происходит, сейчас покажу. Вот, собственно, такие вот шарады. Стоп. Концерт под руководством Бергева связан с Чкал. Где же он должен быть? Но нижегородцы на это смогут ответить, гости вряд ли, но мы им подскажем. Это, конечно же, должно быть на Чкаловской лестнице. Ну и дальше по QR-коду вы переходите на событийную программу.